Добрый вечер, дорогие друзья, добрый день всем зрителям. Сегодня у нас в эфире будет Silent Hill, и, соответственно, будем сегодня дальше проходить наш любимый, несравненный Silent Hill 3, ребятки. Давайте будем запускаться. Так, запускаем наш Silent Hill. Так. Что у нас тут? Запустился наш Silent Hill. Сейчас, конечно, надо будет опять настройки поправить. Потому что настройки все время сбиваются, не сохраняются. Но я думаю, это дело поправимое, ребята. Так, сейчас загрузится наша игрушка. Так.
Вроде бы все. Все, отлично, игру мы настроили. Загружаем нашу игру. Ах да, момент, забыл. Надо же еще звук убавить. Господи, крашнулся у меня Silent Hill почему-то. Сейчас мы его обратно запустим. Какая-то баганутая версия скачалась, походу, у меня. Скажем так, нечеловеческая. Все, отлично, игра настроилась. Запускаем теперь нашу игрушку. Так, мотель, загружаемся. На прошлой трансляции мы остановились на том месте, где нас встретила Алисия Гелеспи, или как ее там звали, вот эта злая тетка, решила нам, так сказать, отправить, ну именно как отправить, отправить нас в Silent Hill, потому что она захотела с нами встретиться там. Ну и в итоге, вот, пожалуйста, мы теперь переехали в Silent Hill с нашим тем детективом, который нас преследовал. Но он оказался нашим верным союзником, так что такие пироги. Привет, Е9, приветствую. Я знаю, ребятки, кстати, сейчас Good Game что-то упал, не знаю, какие-то технические работы происходят там, весь сайт лежит пока, так что переходите на Twitch и на YouTube. Ну или ВК, группу ВК. Как бы ссылочки есть на YouTube и на Twitch, как бы все под описанием. Так, ну что, давайте, наверное, продолжать. Включаю наш фонарик. А, фонарик у нас вот не работает. Кстати, у нас уже жилетка испачкалась кровью. Так, ну что, мы оказались в Silent Hill, походу. Я устал, но сейчас не время спать. Я собираюсь следовать больницу. Это ванная, мне нужно использовать ее сейчас. Так, ладно, наш путь сейчас продвигается в больницу, на самом деле. Так, у меня, видите, опять подморосит джойстик, даже персонаж двигается вправо. Чертова правая кнопка, блин. Никак руки не дойдут разобрать этот джойстик. То одно дело, то другое. Так, ладно, в общем, надо сейчас пойти. Ну, выходить, походу, там нужно, что нам еще остается делать. Так, ну, мы, походу, оказались в Silent Hill. Я понял. Все в тумане. Все в полном тумане абсолютно. Чуть-чуть подзависает игра. Что очень странно. Так, двери вообще не открываются никакие. Вообще никакие двери не открываются. И у нас есть карта. Между прочим, у нас есть карта, и это нам немножко облегчит ситуацию. Мы, конечно, можем прогуляться по городу, нам нужно в больницу. Так, давайте осмотримся. Что у нас тут еще есть? Ага, закрытая улица. Ну, короче, я наконец-то попали в Silent Hill. Привет, сталкер. Приветствую. И не стоит идти туда, это место опасно. Так, там, значит, опасно. Это понятно, что там опасно. Хотя, по идее, здесь Silent Hill весь сам опасный. Да, у меня Рутони чат. Стивен, по-моему, рублей 700 стоит, если не ошибаюсь, или 800.
примерно вот так. Со скидкой, по-моему, 600 рублей. Да, он 800, кажется, рублей стоит. Лагает. Да, я знаю, лагает немножко. Это, наверное, скорее всего, из-за OBS. Я, наверное, убрал отключить Aero функцию. И, видать, наверное, из-за этого. А может быть, сама игра как бы здесь чуть подлагивает. Из-за вот этого тумана, скорее всего. Нет, я его не качал, я его покупал. Так, вижу песиков. Я его покупал. Скачать я пробовал, но там, честно говоря, в один их дофига было. И я думаю, хрен да с ним, лучше куплю. Да и тем более, это программка, как бы не игра там. Более все, так сказать, серьезно. Так, песики все меня преследуют. Мы все бродим по Silent Hill. Надо чертову больницу найти. Рестрим-чат. Понятно. Ну, рестрим-чат, по-моему... По-моему, сайт такой есть, рестрим-чат, если не ошибаюсь. Так, вроде игру чуть-чуть отпустило. Но мне кажется, за туман игра чуть подтормаживает, потому что такой туман, как бы, в этом плане, наверное, нагрузка идет. Здесь мне больше делать нечего, говорит персонаж. К сожалению. Понятно, короче, нас туда вообще не пускают. Ничего нет, интересно. Надо же, получается, прошел где-то 17 лет назад, после первого Silent Hill. Вот, пожалуйста. Да, я знаю, я как раз таки вот как раз таки через рестрим и зарегистрировался там, и вот пускаю поток на все сервисы, на YouTube, на Twitch, на Goodgame, на ВК. Как бы это я знаю, да. Хороший сайт, бесплатно, быстрая регистрация, вообще там 5 сек все настроивать. Я, честно говоря, поражаюсь этому сайту, настолько он такой, бывает, комфортный, удобный и быстрый, очень. Я даже не думал, что есть такие сайты. Мне надо там делать супер регистрацию, там зарегался быстро, сделал быстро подключение и все. Я вообще, как говорится, не парься. Так, песики меня тут все преследуют. Проклятые песики. Так, куда я вообще забродил? Ясно, дверь закрыта. Сетка. Как я понял, это парковка, что ли? Близзардов на них нет. Да уж точно. Кстати, если ты сам поставишь лайк сам себе, у тебя поставится не один лайк, а сразу два. Надо же, не думаю, что такой прикол есть. Нет, я играю, ну, я играю как бы, да, в оконном режиме, но вам на стриме как бы видно полностью экран. А так, да, эту игру я в оконном режиме играю, потому что по-другому не получится захватить правильную игру, ну и мне не будет видно чат. В общем, такие вот пироги. Так, здесь, кажется, парковка. Это не парковка, это у нас заправка. Короче, давайте пойдем просто вниз. Не будем искушать, как говорится, судьбу. Машину нашел. Понятно, здесь ничего нет. Привет, привет, Буба.
спрятали. Да, лежит полностью, ГГ упал по полной программе, все, теперь технические какие-то работы там проходят. Не знаю, что за технические работы, но однозначно это, видать, надолго будет. Я уже, кстати, 26 подписчиков, вчера подписал сразу 5, и сегодня у него. О, поздравляю, видишь, как растешь сразу. Дай бог, ЕГЭ, чтобы у тебя побольше еще было подписчиков. Так, сейчас мы пойдем вот так. Надо сейчас понять, как правильно, по этим следам или как. Из этого тумана проклятого ни черта не видно тут. По-моему, вот так, по дороге. Да, вот, просто идем вниз. Да, кстати говоря, сталкер у нас перелогинился в Happy Gellard, так что это его новый никнейм. Тут еще лестница куда-то ведет. О, видите, сразу отпустила игру. Это глючило из-за тумана, походу, даже не из-за ОБС. Так, вот ночной клуб. Взяли заряд для дробовика. Вообще, почти самое удачное время для тех работ в пятницу, нужно еще одни провести, в субботу и воскресенье. Да, но вообще такие вещи надо, конечно, проводить, если по чесноку сегодня на что, пятница? И что он делает? Такие вещи надо проводить как бы по вообще в понедельник, потому что понедельник как бы рабочий день, и многие на работе, как бы, да, получается так. И мало кто стримит, по большей части. И как бы понедельник, соответственно, рабочий день, не надо делать в такие дни. Понедельник, там, вторник. Это туристическая брошюра. Я совсем забыл, что Silent Hill изначально был туристическим городом. Обожаю Silent Hill. Silent Hill – тихий маленький городок. А на берегу озера мы рады видеть вас. Выделите время своего загруженного графика и переведите чудесно тут здесь. В спортбар можно пивку попить и футбол посмотреть. Вот-вот. Я все видел, слышал. Угу. Я заметил. Ряд за рядом старинные дома, прекрасный горный пейзаж и озеро, которое в разное время дня красуется по-разному, от рассвета до позднего заката. Silent Hill тронет вас и наполнит чувством глубокого умиротворения. Я надеюсь, вы отлично проведете время здесь, и впечатления останутся навсегда. Редактор Роджер Видмарк. И проблема не в этом. Они еще обновы накатят, а они не работают. Придется ждать до понедельника, так как техподдержка нормально в выходные дни не работает. Ну вот, скорее всего, так и будет, наверное. Они же постоянно обновляют сайт. Я вчера заметил, еще там что-то обновили какой-то. Просто дизайн обновили под комментарием канала. Если там оставляешь комментарий, чуть-чуть дизайн изменили. Но стало удобнее, покрасивее как-то. Хотя как бы это не играло такую какую-то роль существенную. Что я там делал? Вареную говядину, что ли? Так. Небесная ночь. Ночной клуб, походу. Так называется. А рай, да, слишком уж заброшенный. Но все же лучше, чем рай, в котором говорит Клаудия. В любом случае, это не то место, где я хотел бы провести время. Мигающая кнопочка доната прикольная, дешево сделана, зато внимание привлекать. Да, вот это единственная кнопочка прикольно сделана. Хотя они сделали, по-моему, до этой кнопочки была буква R, такая кружочек R, как бы рубль. И до нее было просто поддержать под плеером. Потом вот эту R-ку добавили, кружочек, и уже потом вот эту. Ну, неплохо, в принципе, она хотя бы выделяется, видно теперь, что можно как бы человека поддержать. Вот это удобно они сделали, да, как бы, хоть такая мелочь, но... Хотя они могли просто букву вот эту R поддержать, ну точнее, ну вы поняли. Этот кружочек просто сделать тем же оранжевым. Не меняя просто даже дизайн. Так, в общем, мы, короче, все спустили. Здесь вроде ничего такого полезного прям не было. Просто типа дополнение к сюжету. Как бы ничего такого важного. Типа, чтобы показать, что город обитает. Такой многогранный.
Да, вот, кстати, к сожалению, что ГГшники, вот основная аудитория у меня ГГ, и пропустят они мой стрим. Но может сейчас починят, может там полчасика это займет. Черт его знает. Ну ты, кстати, Илюха, можешь сделать стрим, потому что, опять-таки, у тебя на ютубе неплохо так людей появляется. При сохранении стоек за Нихио ты бы убил кое-что отсылающее ко второй части одному из ее персонажей. Ну, блин, я вторую часть вообще не играл. Как бы мне это ни сном, ни духом. Не знаю, какая-то мне даст отсылка, на самом деле. Я вообще про вторую часть ноль практически чего-либо знаю. Понятно, короче, история забаррикадирована. Ни черта нету. Ладно, давайте зайдем в больницу, хватит нам уже бродить тут. Тут ничего особого прям такого нету. А, тут закрыто, между прочим. Походу нам то ли придется что обойти, что ли, чуть не пойму. Давайте-ка посмотрим. А, вот проход. Что за звуки? Что-то не нравятся мне эти звуки. О, здесь можно сохраниться. Что-то есть тут. Карта, вот карта, отлично. Все, карта госпиталя у нас есть. Отлично. И хоть не потеряемся. Но я не забываю. Я это помню, что я должен об этом забывать. Здесь полно всяких лекарств, но ни одно из них мне не нужно. Наверное, мне следует ставить все как есть. Король вара, не сэр вар. Да нет, не такой уж король. Короны только нет. Я взял обезболивающие. Здесь полно всяких лекарств, ни одно из них мне не нужно. Наверное, мне следует оставить все как есть. Все, замок сон. Ну, Илюха уже нашел корону. Так. Ох, твою мать, блин, что за дрянь? У тебя в задницу. Так. Ай, блин, больно. Сволочь, ты медсестры что ли? Проклятые замки, все, блин, не работает. Это Silent Hill, блин. На холодильнике есть какая-то записка только для продуктов, не хранит лекарства. Здесь могут ли здесь храниться микстуры? Обезболивающие. Остальное нет ничего интересного. Это похоже на историю болезни. Это человек по имени Леонард. Может, это тот самый Леонард, о котором говорил Винсент? Палата С-12 страдает зрительными и слуховыми галлюцинациями, эмоциональной неустойчивостью и навязчивыми идеями. Возможно, слаботекущая шизофрения. Продолжать наблюдение. Обычно спокойный, доброжелательный, сильно развито чувство справедливости. Однако при перевозбуждении становится неуправляемым. А вот Стэнли Колман. Палата С-07 обычно пассивен и труслив, эгоистичен. Это медсестра из второй и из первой части фильма, они на свету работали. Все самые не вписывающиеся по уру игры враги в третьей части. Вообще,
как-то они действительно странно сюда попадаются вот в третьей части, я не знаю. Но может быть, дать сами разработчикам было виднее, как их так вписать. Ну я не знаю, действительно они как-то странно. Может просто как, не знаю, отголоски от прошлого, типа от прошлых частей, как бы это сказать. В общем, не знаю, как выразиться. Но свет, да, их привлекает, это точно. Иногда проявляет одержимую привязанность к какой-нибудь женщине. Это вызывает приступы жестокости, может быть опасен. Кстати, вот этот Калман, это из первой части Silent Hill. Тот доктор Калман, который был в этой больнице. Тот самый доктор, которого мы оставили еще в первой части. Так, ну понятно. Вообще фонари в Руби, они не будут ходить. Но я понял, да, я это знаю. Если что, сделаем так, чтобы мы видели. Так, здесь все нафиг закрыто, понятно. Они все равно, по-моему, палят. Да, блин. Ой, это лифт, кажется. Блин, может мне их легче прибить просто и спокойно тут все осмотреть. Вообще я тут бегаю как дурачок просто. Я сейчас, блин, порешаю как... и все. Все. Да ты охреневшая медсестра, блин. Жаль, блин. Все, это лицо даже просматривается. Вон, если присмотреться, там есть лицо. Ну, Калман, ты что, Кауфман? И не Калман, блин. Не порти вор персонажа. Ну и что, назвал уже, как есть. Они так не работают. Кстати, почему без оружия? Это же путь самурая. А, кстати, да, почему бы не заюзануть этот какого меч? Я вообще про него забыл. Все, сейчас будем всех решать, гасить. Вот он, великий меч самурая. Сейчас мы их всех, всем им харакири сделаем. Так. Я когда сам Хилл Оринджином играл, боялся в больницу, у меня сестры, еще они бессмертные. Там тоже были, я помню, медсестры, если я не ошибаюсь. Ну, Оринджинал я проходил тоже на стриме. Хорошая тоже часть. Мне понравилось. Так, ладно, этот кусок мы осмотрели. Сейчас надо до конца там тоже осмотреть. Буду как фермер косить. Закрыто. Понятно. Вообще, конечно, до хрена тут дверей. На самом деле. Очень много дверей. Закрыто, понятно. Так, момент. Так, что еще тут? Еще есть двери, по-моему. Получается, здесь также были дети. Я тоже играл в куклу, когда был ребенком. Это напоминает мне о прошлом. Изображение цветка в вазе, мило, но... Это просто цветочный горшок, ничего особенного, непонятно, что это за цветок. Знакомый вид растения, по-моему, у нас такой был. О, кажется, Good Game заработал. Ребята, Good Game заработал, так что... Можете переходить на Good Game. У меня пишет, подключился Good Game. Так, ну здесь вроде все. Но у нас есть лифт. Еще есть вон тот проход. Мы, естественно, первый этаж полностью осмотрим.
ты ж сволочь, а? Записку рядом Фуко, я вроде почитал. Вот тебе сволочь. Давайте прочитаем. Так, где она была там? В оригинале медсестры падали на пол и бились головой, а потом опять вставали и плакали. Ну они такие, да, не любят. А, тут можно все-таки прочитать. Блин, я даже не обратил как-то особо внимания. Наконец настал этот день, да, день, когда мы встретились. Я всегда думал о тебе в этой мрачной камере, хотя я даже не знал твоего имени и не видел твоего лица. Но теперь я знаю, что ты та, которую я ждал. И разве ты тоже не ждала меня? Ведь именно поэтому ты пришел сюда, спасти меня. О, Хизер, как я люблю тебя. Я хочу дать тебе свою куклу, которая будет напоминать о нашей встрече, о нашей вечной любви. Ах, я уже вижу твое улыбающееся лицо. Стэнли Колман. Ах, ты же извращенец такой, а? Отвратительно, я бы не прикоснулся к этому 10-футовой палкой. А что, вроде милая куколка. Так, ну что, пойдемте дальше. Завалим какими-то вещами. Дверей, блин, тьма. Просто тьма. Ох, вас тут до хера. На, всех. Вот я рублю прям. На. Пачкой крошу всех. Жать, мать твою. Говорю, мой дед, я твой дед. Так, ну что ж. Чуть взяли тут. Кстати, эта комната довольно светлая, если так посмотреть. Вообще, конечно, для PlayStation 2 вот такая игра очень хорошо выглядит. В принципе, она, по-моему, так же выглядит на PlayStation 2, если я не ошибаюсь. Вот-вот, еще тот дрессировщик. Все его дрессируют. Так, здесь что-то есть, кажется. К ней прикреплено множество предметов. Булочка, зубная щетка, ложка, рождественская открытка, часы. Все это, наверное, приклеено клеем, но почему этот ключ сверху? К ней приклеен ключ. Я бы хотел забрать его с собой, но он слишком крепко приклеен. Я не могу его даже сдвинуть. Может, стоит проходить без читера имбового оружия, так было бы веселее. А что это, катана читерное имбовое оружие, оказывается, что ли? Ну я, кстати, ее так тоже находил, в принципе. Я бы не сказал, что это какое-то секретное оружие. Так веселее будет для тебя, ты, походу, будешь наслаждаться, чтобы я там страдал потом где-нибудь на боссе без патронов. Орден заточил меня здесь, они хотят сломить мою волю, заставить меня забыть обо всем. Я сохраню рассудок, даже если меня бросят к сумасшедшим. А что если я приклею ее туда на стену? Бесполезно, ты ведь сможешь оторвать это при помощи этой штуки, с которой работают уборщицы. Если бы вещь была не нужна, ее вообще бы не было. Ты, например, существуешь для меня. Но почему же ты не взяла с собой мою куклу? А мой подарок смущает тебя? Хизер, какая же ты милая. Стэнли Коуман, а ты же извращенец. Извращенец такой, подонок негодяй. А, веселым хочешь, с ним понятно, этим читером Букиным. Так. Ой, не читерное прям оружие, оно просто хорошее.
скажем так, это же все-таки самурайский меч, как бы, самое острое оружие в мире, по идее. Потому что они очень качественно делали сталь и затачивали очень остро. Даже волос, по-моему, может разрезать пополам при желании. Так что оружие себя оправдывает полностью. Как бы оно, если рассекает врагов, то, в принципе, очень мощно. Так, их не работает. И слушайте, Годзилла рубить всех. Ну вот и буду так и делать. Буду рубить, как рубить. Нет, ну я просто в свое время также в 2009 также проходил Silent Hill 3 с этим оружием. Я, конечно, не часто его юзал, но юзал как бы. Помню, первый раз я его, по-моему, я не помню, находил или нет, но я его, помню, находил сам тоже. И юзал, оно прекрасно шло, как бы. И на харде юзал, помню. Хотя на харде, по-моему, не часто его юзал. Там в основном оружие использовал. Так, ну что, у нас остается лифт, получается. Сейчас заходим в лифт и едем. Едем куда? На второй этаж. А лучше вообще какой-нибудь на первый или куда-нибудь, вообще куда-нибудь, не знаю. На Луну от этого кошмара. Так, вот лифт тут у нас получается. Будь истинным самураем. Во, только истинный самурай познает дзен. Так. Вот кувалда с первой части, вот это оружие для мужиков. Да, там, я помню, кувалда была такая нехилая. В какой-то игре была кувалда, по-моему. Если я не помню. Ну, вот именно части. Так, у нас получается что? Сейчас посмотрим, вот какой этаж. Первый. Все, едем на второй. Еще же В даже есть, подвал. Короче, на второй поехали. Так, где эти засранцы? Где эти паскуды негодяи? Блюдки мать их. Сейчас я их всех тут порешаю своей катаной. Ох, блин, это походу отделение палаты, как я понял. Это на третьем этаже уже идет. Ладно, пока не смотрим в ту сторону, наверх. Твое прохождение на харде первого сталинга. Ну, блин, Буба, я, конечно, понимаю, да, там есть, конечно, хард, но, честно сказать, первый Silent Hill на харде довольно легкий, если честно. Я проходил на харде, он не такой уж прям сложный, в принципе. Тем более, если ты проходил уже сам игру, естественно, хард, как бы потом выбираешь, то он будет не такой трудный. Так, тоже закрыто. Там жара в подвале. Тут висит напечатанная записка. Что бы это могло значить? Первая больше, чем вторая. Вторая в два раза больше, чем третья. Третья меньше четвертой. Четвертая в два раза меньше первой. Четыре цифры не повторяются. Три не в верхнем ряду, две не в правом ряду. Одна из цифр последний ключ. Ой, блин. Я помню эту головку, и помню надо записывать. Че, гоу, эту игру на харде тоже стримы. Ага, да, захотел. Я знаю, я проходил эту игру. Ну, вот эту часть на харде, я хрен ее прошел, помню. Я ее прошел, но конец я так и не прошел. Ну, в принципе, ее можно тоже пройти, в принципе. Но тут есть много чего изменено будет в этой части. Отвратительно, я бы не прикоснулся к этому 10-футовой палкой. Да-да-да, как в этом фильме «Кровь и бетон. История любви». Так, ладно, осматриваемся. Так, надо сейчас осмотреть все. Все у нас тут поломано. Ой. Так, ну что у нас тут есть интересного? Замки сломаны, все сломано. Все не работает. О, одна рабочая дверь, наконец-то. Это уже новый мод, сейчас мне это не интересно. Средство для снятия лака. О, это, кстати, для этого, для ключа. Я знаю, для чего это. Я взял духи. Больше ничего интересного в этом ящике. Ящик плотно закрыт. Похоже, я не смогу его открыть. Да-да-да, вот этот вор, который там потом взял, кинул этот телевизор. Ну, короче, ржака та еще. Так, ну что, у нас получается есть духи какие-то.
Что за духи? Что за французский парфюм? Духи — эта штука пахнет немного странно. Как это так немного странно? А это что, жидкость для снятия лака? Снимает лак для ногтей. Я нашла это в женской раздевалочке. Ну, понятно, да, в общем, там только там это бывает. Ну что там, ребят, Good Game заработал? Или не заработал все-таки? Так, теперь, куда бы мне пойти? Тут есть вот это, еще вон там комната. Hello, Лукас. Так, ну что ж, у нас тут получается двери еще одни. Еще ездит, а, ну понятно, короче, не работает все равно. Не работает. Это тоже закрыто. Тут еще и лифт. По-моему, на этом лифте мы приехали. Да, на этом лифте мы приехали. Тоже закрыто. О, нужен код. А, это вот этот, наверное, код, скорее всего. Сейчас посмотрим, может быть, что-то получится вести. Первая больше, чем вторая. Понять, первая больше, чем вторая. Вторая в два раза больше, чем третья. А, я понял. Я понял смысл этого кода. Сейчас я его запишу. Так, первая больше, чем вторая. Значит, получается 3. Вторая в два раза больше, чем третья. В два раза больше, чем третья. Так. Я один залипаю на заставке с смс-ками. Прикольно, понимаете, как смс-ку мышки. Так, ну что у нас получается? Вторая, первая больше, чем вторая, получается 3. Вторая в два раза больше, чем третья. В два раза больше это получается... Шесть, что ли, получается, вот так. Третья меньше четвертой. Третья меньше четвертой. Ну и логично, да, третья все-таки меньше четвертой. Ну, третья, она есть третья, три получается. Четвертая в два раза меньше первой. Два раза меньше первой. Это как понять? Четвертая в два раза меньше первой. Четвертая в два раза меньше первой. Четвертая. Четвертая в два раза меньше первой. Так, ну допустим, 4 цифры не повторяются. 3 не в верхнем ряду, 2 не в правом ряду, 1 из цифр последний ключ. 3 не в верхнем ряду, 2 не в правом ряду, 1 из цифр последний ключ. Ну, допустим, один, вот я сейчас записал, попробуем я вот так попробую вести. Три, допустим. Шесть, три, один. А, тут большой. Тут большой какой-то код. Так. Код зависит от уровня сложности, на котором ты играешь. Но это да, я знаю, ставки. Не спорить, ребята, не спорить. Мы должны своими, так сказать, мозгами подумать, как и что. Так, ну первая больше, чем вторая. Первая больше, чем вторая.
Соответственно, 3. Первая больше, чем вторая. Вторая в 2 раза больше, чем третья. Вторая в 2 раза больше, чем третья. Пошла жара в чате. Сейчас до модера будут конфликтовать, по-моему. Так. Первая больше, чем вторая. Первая больше, чем вторая. Ну, 3 как бы, да, 3 получается. Вторая в 2 раза больше, чем третья. Вторая в 2 раза больше, чем третья. Получилось 6 у меня, не знаю. Третья меньше четвертой. 3 тоже, естественно. Четвертая в 2 раза меньше первой. 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 Подожди-ка, четвертая в 2 раза меньше первой получается 1, что ли, получается? Так, четвертая в 2 раза меньше первой. Букин там Буки точно напряг уже, по-моему. ГГ восстал? А, ну все, вот, ребята, приходите на ГГ, если кому хочется. Вот, ГГ восстал снова из мертвых. Ну, чатик, да, он бывает, он потом подключится, этот чатик. Вы можете просто писать пока в Ютубе, ну, в общем, кому как удобно. Я вот что-то одно не пойму. Четвертая в 2 раза меньше первой. Какая-то странная действительно головоломка. 4 цифры не повторяются. 3. 4 цифры не повторяются. 3 не в верхнем ряду. 2 не в правом ряду. Одна из цифр — последний ключ. Вот замутили, а? Одна из цифр — последний ключ. 2 не в правом ряду. 3 цифры не повторяются, 3 не в верхнем ряду, 2 не в правом ряду, 4 цифры, блин, ну пипец, а, 4 цифры не повторяются, 3 не в верхнем ряду, 3, значит, это получается 1, 2, 3, это не верхний ряд, 2 не в правом ряду, в правом нижнем или в правом в общем или в правом верхнем, как бы вот так, допустим, в правом ряду. 2. Это получается, наверное, 6 и 9. Соответственно, одна из цифр получается у нас 4, 5, 7, 8 остается, что ли. Пипец, я не знаю, как эту головоломку вообще решить. Это странная логика. Первая больше, чем вторая. Первая больше, чем вторая. Ну, 3. Вторая в 2 раза больше, чем третья. В 2 раза больше, чем третья. Я вам сейчас мозг сломаю этой логикой, вообще непонятно. Вторая, блин, в 2 раза больше, чем третья. Больше, чем третья. 2 раза больше, чем третья. Блин, вот это меня застопорит. Вторая в 2 раза больше, чем третья. Вторая в 2 раза больше, чем третья.
Вторая получается два раза больше, чем треть. Это типа 4, что ли, выходит, получается так? 3-4 получается, что ли? Вторая в два раза больше, чем третья. 3-4. Третья меньше четвертой. Привет, Курт. У меня бумажка есть, я как бы все сейчас обдумываю. 3-4 получается. Третья меньше четвертой. Третья меньше четвертой. Третья меньше четвертой. Четвертая в два раза меньше первой. Четвертая в два раза меньше первой. Как может быть четвертая в два раза меньше первой? Это как вообще? Четвертая в два раза меньше первой. Четвертая в два раза меньше первой. Ноль, что ли? Так получается, или один? Капец, логика, обалдеть просто. А что рисовать, я не пойму. Что тут можно нарисовать? Четвертое, два раза. Ну, получается так. 4-3. Это уже есть половина, наверное, кода, как я понял. Третья меньше четвертой, получается... Получается также, наверное, 3, 4, 4, 3, подожди-ка, 3, 4, 3, 3, 4, 3, и четвертая в два раза меньше первой. Может, это неправильный перевод просто? Я так думаю просто, что здесь что-то неправильно перевели несколько строк. Четвертая в два раза меньше первой. Как может быть четвертая в два раза меньше первой быть? Это вообще, это что за идиотизм? Мне кажется, неправильно просто перевели. Так, там, так она получается и остается четверкой? Или как вообще? Вот это четвертая. Четвертая в два раза меньше первой. В два раза меньше первой. И что это дает, если она даже в два раза меньше первой? Четыре цифры не повторяются. Четыре цифры не повторяются. Четыре цифры не повторяются. Правильно перевели? Дам подсказку. Первая цифра четная. Четная. Три не в верхнем ряду, две не в правом ряду. Три не в верхнем ряду, две не в правом ряду. Одна из цифр, последний ключ. Вот, блин, замутили. Ну, она-то вроде и легкая, но давайте попробуем ввести сейчас. Чего стоять уже 2 часа. Допустим, 4, 3, 4, 3. Ну, блин, или так, я не знаю. Или нет, подожди, не так же было. Было 4, 3, 4. Вот так было. 4, 3, 4. Подожди-ка, 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 подожди-ка. 4, 3, 4. 3, 4. И дальше как бы еще 4. Нет, не подходит. Значит, тогда 4. 3. 3, 4. Или нет? 4 числа не повторяются. Значит, получается разный код, что ли? Как бы из разных символов. Подсказку забыл уже. Ну, как я сказал, я в математике не силен. И
Я уже даже не помню, что такое четные и нечетные числа. Четыре, пять, шесть. Блин. Четыре. А я тебя когда-то в свое время решил эту головку. С таким трудом. Четыре, три. Три, четыре, допустим. Не повторяются. Может быть... 3, 3, 4, 4, 4. Я не знаю, тут, блин. Так, ну это читать я не очень хочу. Одно я знаю точно, что 4, 3, 4 есть. И еще одна цифра какая-то. Возможно просто. Ну смотри, первая цифра четная. Двойка отметается. Она должна быть больше четвертой. Первая цифра либо 6, либо 8. Больше подсказок не дам. Окей, ну смотри, первая цифра четная, двойка отметается. Она должна быть больше четвертой. Первая либо 6, либо 8. Ну, значит, получается 6, что ли? Даже если 6, даже если это 6. Да нет, мы что-то как-то неправильно решаем. Тут не та логика. Тут надо что-то, по-моему, по-другому делать. Даже если 6, там, не знаю, 4. Ну, допустим, 6, 4, 3, 4. Или, допустим, 6, 3, 4. 3. Долбаные головоломки, блин. Придумают же. Первая больше, чем вторая. 3. Вторая в два раза больше, чем третья. 4. Третья меньше четвертой. 3, естественно. Четверка в два раза меньше первой. Вот меня больше последняя строчка смущает. Четвертая в два раза меньше первой. Как это вообще просто? Это что за минус логика? Ты то не гадай, тут брутфорсом и решишь. Иди по логике подсказку уже дал. Ну я не знаю, я в математике не силен, как я сказал, я не понимаю этих всяких смысловых значений цифр и вообще всю математику в целом, я не секу. Я только знаю, что, блин, тут просто шифр-то в этой фигне. Но я точно уверен, что три цифры я точно угадал. Вот последняя, самая заковыристая. Четвертая в два раза меньше первой. Значит, четвертая, если в два раза меньше первой. Это как это работает вообще? Четвертая в два раза меньше первой. Это получается она что? Четвертая в два раза меньше первой. Четвертая в два раза меньше первой. Третья меньше четвертой. Четвертая в два раза меньше первой. Четвертая в два раза меньше первой. Блин, получается один как бы. Ну хорошо, четыре. Там сколько? Четыре, три, четыре. Четыре, три, четыре, один. Пусть будет. Четыре. Еще меньше не могли сделать эту клавишу. 4, 3, 4, 1. Нет. Конечно, решал. На всех сложностях решал. Как-то я решил, я не знаю. Это было очень давно. У меня тогда мозги были посвежее. Не знаю, я как-то решил, я помню эту головоломку. Но я долго помню, мучился над ней. Очень долго. Там она же еще меняется, получается, по факту.
Видимо, это та сложность, которая самая такая для меня, наверное, сложная была. Так. Да, это было сильно. Ну, хард я до конца не прошел, как я говорил, финал я там встрял из-за нехватки патронов. Первый бой, так, понятно, четвертый, два раза меньше первого. Вообще, на самом деле, как-то я под сообщу, что школьникам эту загадку решить проще на вот среднем уровне сложности. Ну, школьникам, возможно, и проще. Я просто уже давно не учусь, естественно. Поэтому у меня уже математика давно где-то в далеких краях обитает. Если бы я, допустим, сейчас учился, у меня, может быть, еще что-то получилось. А так уже все, уже как бы... Уже все. На ходе вообще загадки жесть некоторые. Но я их прошел как-то, вот как-то вот прошел. Но я залпом игру проходил, помню, нормы начал, потом проходил легко. И потом тяжело. Я это все миксовал постоянно, там, загадками менял. В общем, залпом я третью часть очень много раз проходил, раз, наверное, 10, если не больше. Четвертая в два раза меньше первой. Блин, 4 цифры от 1 до 9. Знать бы еще какое. 4 цифры не повторяются, 3 не в верхнем ряду. Вот это я еще не понимаю. 3 не в верхнем ряду, 2 не в правом ряду. Одна из цифр, последний ключ. Может быть, 3 не в верхнем ряду и 2 не в правом ряду. Это типа подсказка такая. Я еще помню, я вот на этой головке очень долго встревал. Ну, я, короче, то, помню, застрял здесь сильно. Короче, как-то эту херню я решил, я уже не помню. Вот как ты ее решил? Подсказка есть? Я не понимаю этой подсказки, она мне голову ломает. Для меня это подсказка, все равно, что не подсказка, скажем так. Я просто не могу понять систему этого исчисления. По какой логике это исчисляется? Вот в чем суть. 4, допустим. 3. 3, 4, можно все-таки. Вот так как-то, я не знаю. Я не знаю. Я в математике, как я говорю, был никогда не силен, вообще не учил эту математику ни в школе, ни в институте. Мимо ушей ее, так сказать, проскочил. Это был самый мой, так сказать, нелюбимый предмет, наверное. Все эти цифры, математические вот эти вот изучения, это вообще не мое было. В общем, реально есть термин элементарная логика. Ну, я, может, не сомневаюсь, действительно она есть, но я ее как-то, не знаю, не перевариваю, походу. Вот, просто. Может быть, в чате есть знатоки, кто знает, но я вот не могу переварить это. Либо мне надо очень много времени самому вот так сидеть, в тетрадке решать, как раньше, лет 10 назад. Как я и делал, в принципе, во многих играх на то время. Сидел, блин, часами, неделями, блин, разгадывал одну, блин, кодовую систему. Вот как ты решал раньше, не знаю. Давно это было уже. Возьми свой подход. Да блин, подход этот уже вымер, по-моему, давно-давно. Это, знаешь, был подход такой. Вот ты решаешь, просто считаешь, ну, гадаешь. Просто иногда там по большей части гадаешь, какая, возможно, цифра выйдет. Вот. Там вообще все в стихах. Может быть, даже это легко было бы, я не знаю.
Тут может быть-то, блин. Но я знаю одно точно. Первая строчка это 3. Вторая строчка это 4. Третья строчка это тоже 3. Соответственно, 3, 4, 3. Это уже что-то есть. Вот последняя меня больше вот в ступор вводит. Четвертая в два раза меньше первой. Так значит она или 0 получается, что ли? Вообще, если тут есть вообще цифра 0. Нету, цифры 0 нету. Вы же подсказали уже два раза. Две подсказки. Первая цифра 6 или 8. И самое главное, в коде нет повторений. Но даже если 6, хорошо. 6 или 8. Пусть будет 8. Тогда пусть будет 8. Нет, даже вот так сделаем. 4, 3, 4, 8. Блин, мельче нельзя было панель сделать еще. Хрен попадешь, блин. 3, 4, 3, 8. Хорошо. Давай подскажу, строчка 4 в два раза меньше, что первая, означает, что первая и четвертая цифры должны быть четными. То есть первая цифра может принимать значение 8 или 4, а четвертая 4 или 2. А, я, кажется, догнал. Ой, 8 или 6, четвертая 4 или 3. Все, я уже ржать стал. Ну, в общем, понятно. В общем, понятно, блин. Это, по-моему, издевательство над незнанием какого людьми, которые не знают математику. Вот именно игра издевается над такими людьми, как я. Четыре или три. Восемь, восемь. Так, ну, понятно, короче. Ну что поделать, ну вот, вот так у меня выходит, рачим по полной, как говорится. Я не знаю, то ли у меня мозги сейчас, наверное, не работают, то ли что, наверное, надо чуть подкрепиться водичкой. Сейчас налью стаканчик. Ржахну. Все, заряд энергии пошел. Так, ну что, получается 8 или 6. Ну ладно, хорошо, допустим. Тогда 6, первая цифра идет. Идет 3, 4, 3, 6, 4, 3, 4. Нет, не работает. Окей, попробуем. 6, 3, 4, 3. Хорошо, 6, 4, 3, 4. Тоже. Слово сникерс не, боюсь, у меня его нет. У меня нет сникерса. Вообще нас не помешало бы, конечно. Ну хорошо, это не подошло. 8, 4, 3, 4. Хорошо, 8, 3. Так, еще попади, блин. 3, 4, 3. Вот однозначно не то. Мы что-то делаем явно не то. Вот, вот просто 100%. Я вот чувствую своей пятой точкой, что мы что-то делаем не то. Мы не по той логике думаем. Нам кажется, что мы что-то делаем правильно, но мы, по-моему, делаем что-то не так. Определенно. Может быть, 8, 4, 7... 5. Вот так, наверное. О, брутфорсим, пароль. Мы видим ориентир. Один день, и мы спасем мир. Вот, вот. Именно так. А если попробуем? 8. 4. 5, 7. Или 8. 4, 7, 5. А если 8, допустим? 6. Подожди-ка, а если 8, 4, 6, 2, нет, тоже не то. Тоже не то, определенно.
разрабы, вы, конечно, извращенцы, те еще. А мне вот что интересно, допустим, кто бы сейчас мог сам решить эту головоломку и без Google в чате? Так-то многие уже, наверное, знают, в чем тут суть. Кстати, если перекратить ржать, у тебя чат не подхватывает чат ГГ. Так, ну, я не знаю. Я надеюсь, вы там не помрете от смеху. Не знаю, пока я тут решу. Ну, товарищ Е9, я-то знаю, что у нас математик. Вам-то это не впервой. Но мы, как и ты, решали загадку, кроме Курта. Курт может с тобой помозговать. Курт, по-моему, там уже отмозговал, а теперь она лежит, отдыхает, скорее всего. Потому что слишком сложно. Слишком сложно. Блин, я вот поражаюсь, как я это решил. Я, блин, жалко, вот в то время у меня не было хоть какой-то записи, вот, стрима, ну, просто видео хотя бы записи. Элементарно на телефон. Хотя бы, блин, у меня даже памяти не отложилось это. Как я тогда это решил? По-моему, я усердно вот так сидел, думал, так в игре часа два, по-моему, три проходило, вот, и это была жопа. Пускай, по-моему, быстро по... Я, короче, не знаю, что тут может быть за пароль определенный. Хорошо, посмотрим. Первая больше, чем вторая. Он тебе говорит, чат написал ответ, только неправильный. Но я не видел, я не видел. Я не видел. Так что не переживайте. Так, ну ладно, попробуем еще раз. Я знаю одно, что тут есть цифра 4, 3, 4. И как сказал товарищ Е9, есть еще 8, первая цифра. Соответственно, 8 получается у нас. Есть. И, возможно, 6 цифр. Четырехзначный код должен быть, это точно. Потому что там 4 было строки. 6, 4, 3, 4. Не работает. 8, 4, 3, 4. Но как сказали, типа цифры не повторяются. Значит, может быть, одна тройка вообще не нужна, или я не так ее отфразировал, я не знаю. А что если попробую, допустим, я не знаю, ну 6, 8 и 3, 4. Тоже не работает. Хорошо, 8, 6, наоборот, 3, 4 есть. Телефон меня напугал тоже своим бульканьем. Открыл как-то. Блин, он открыл, пипец. Значит, получается, 8, как сказал Е9, и 6, это была половина кода примерно. И остается, что 4, 3, как я угадал правильно, тоже была половина кода. Я сам в второй попытке с помощью подсказки дал правильное решение. Я не знаю, тут, блин, я не понимаю. Видать, четные цифры я не, просто не увидел, и вот, пожалуйста. Да, ребят, я ничего не видел, я специально не смотрел. Я так краем глаза увидел, что он там поставил код, и я не посмотрел. Вы не переживайте. Если бы я захотел, я бы сразу ввел уже, не теряя тут полчаса времени на этом. Нет, ну ты говорю, типа 8-6 это типа, как, ну как сказать, типа, ну я имею в виду, что это типа получилось как код. А ты просто дал как бы, как типа вариант, что первая цифра возможно 8 или 6, вот в этом смысле. Но я попробую 8-6 вот так добавить. Потом я вспомню, что 4-3 и 4, как ты говорил, типа там, или там в этой головоломке говорилось, что типа не повторяются цифры, значит, если получалось 2 тройки, одна тройка лишняя. И, естественно, 4-3 остается. Это уже получается как полкода. Это вот как я вывод сделал, получается. Потом я просто попробовал 6 добавить.
и 4-3-4, но не работал. Я потом убрал тройку, поставил уже 8-6 или там 6-8. И вот вышел, что вышел. Все штаны придется менять. Мюка, значит, что с ним делать? Выбирает Мюку сталкера. Ну, оставьте уже сталкера в покое. Все равно его код я по-любому не увидел. Так что можете не переживать то, что он там подсказывал, не подсказывал. В любом случае уже как-то, я не знаю, вместе мы решили. Я бы один точно это не решил. Я знаю одно, я половину только решил. Какую-то часть кода. Остальную часть я бы тупо гадал. Получается так, что типа в этой строке написано 3 меньше 4. И вот у меня прям накручивалась тут цифра 6, кстати говоря. Вторая в два раза больше, чем третья. Вот прям накручивалась вот в этой второй строке, что тут шестерка должна быть. 3 меньше 4. 3 меньше 4. 4 в два раза меньше 1. Значит, четвертая в два раза больше первой должна быть, как бы, или нет? Или получается, четвертая в два раза меньше первой, это типа 8, что ли, должно было получиться? Получается, 8 тут написано. Блин, а как я должен был это вообще понять, блин, что это так? Я или опять что-то в математике не понимаю. Еще понял, когда загадка с картами Таро будет. Ну, я надеюсь, там не будет такой математической схемы. Что опять там? Что опять случилось? Я не понял. Какие подсказки? Я тебя умоляю, Курт. Я сказал, я даже не посмотрел в чат. Я увидел, что он кинул подсказки, но я не посмотрел. Если бы я сейчас бы сразу захотел ввести, я бы ввел. И ничего бы вообще не сказал. Сказал, да, мне пофиг, я просто хочу ввести код. Потому что я уже проходил, типа. Ну вот я же говорю, это значит либо 8, вот 6, 4, 2. Получается здесь типа шестерка и восьмерка была. Ну ты как бы уже сказал тогда 8 и 6. Но я предположил добавить просто эти цифры к моему варианту. Ну вот так совпало, как бы получается. И вот получился правильный код. Ну вот совпало как совпало. Метается 2, остается 8, 6, 4. Да, и вот тройка еще получается, когда я сказал. Курт, ну, блин, а что еще ты хотел? Чтоб я тут сидел вечно и гадал, что ли, целые 2-3 часа? Ну, блин, сам посуди. Во-первых, я не смотрел, как я сказал. Я увидел правым глазом, точнее, левым глазом вот в чате, да, что вот там написал сталкер коды, но я не посмотрел специально. И даже не записал. Я просто написал те цифры, которые я решил. Все. В общем, как-то, я не знаю, решили уголомку вообще. Они либо неправильно перевели, либо правильно перевели, но я либо тут что-то недопонял походу. Ну дальше подбираем и все, весь код. Тайм 4. Ну я не знаю, короче, как-то мы решили эту хрень. Мне просто этот код сломал мозг, вот серьезно. Вот последняя строчка мне просто поломал мозг. Если вторую строчку мы бы еще как-то догадались бы решить, у меня там наклепывалась цифра 6. Вот прямо чувствую, потому что там вторая в два раза больше, чем третья. Типа это шестерка, что ли, получается? Я еще так подумал. И потом оказывается вот восьмую, последнюю, типа там 8 получалось в последнем ряду. Типа это 8. Но я не думал, что там типа 8. Просто написали так, что типа четвертая в два раза меньше первой. Как бы я просто действовал по инструкции минус плюс. Вот, типа, как получается минус там в два раза меньше первый. Короче, замудрили мозги этой головкой мне. Привет, Анимуша. Приветствую. Доброго вечерочка. Ладно, короче, поехали дальше. Я не знаю, короче, как-то решили эту хрень. Но в любом случае, факт в том, что я эту головку как-то прошел раньше и проходил эту игру, так что... В принципе, мне как бы париться тут особо нечем было. Я просто забыл этот дурацкий код. Ладно, погнали, короче. Проехали эту головку, наконец-то мы ее прошли. Как-то, я не знаю, решили каким-то чудом. На полке полно медицинских книг, но ни одна из них мне не нужна. На носилках лежит труп мужчины. Из-под простыни свисает рука, и на ней что-то написано.
Какая-то история болезни, может, это мертвого парня. Происхождение неизвестно, имя, возраст неизвестно. Незарегистрированный пациент был найден в невменяемом состоянии на территории больницы, временно помещен в палату М4 по приказу врача. Умер поздно ночью из-за потери крови, перерезанной сонной артерии. В правой руке сжимал кухонный нож. Предположительно, рана была нанесена им. Похоже на суицид, но характер ранения вводит на подозрение. Отправлен на второй этаж в препараторскую комнату для дальнейших исследований. Другие пациенты из той же палаты ничего не видели. Полицию не сообщали, но на всякий случай кровать и личные вещи погибшего не трогать, палата М4. А сколько же тут мужчин? Так, понятно. Это, наверное, этот труп. Так, будем крошить, ломать. Ух ты, блин, нифига, у него еще пистолет есть. Хорошо, у нас бронежилет есть. Пипец, а нельзя у них пистолет забрать? Все, закрыто. Так, ладно, это тоже закрыто. Тоже закрыто. Привет, мой зомби, приветствую. Доброго тебе вечерочка. Так, лифт не работает. Еще на палату, будильник. Что-то показывал, по-моему. 5 по 8, 5, что-то не помню. Это очень хрень. Чемоданчик закрыт. Ноги чатик не рубит, а на ютубе у тебя пол головы только видно. Да, я знаю, у меня тут уже темно. Ну, у меня не темно, как бы еще нормально, просто тут в комнате темно очень. Я могу, конечно, включить вот эту хрень. Вот так, я думаю, будет получше видно. Опять код какой-то. Не привожу, что за код тут может быть. Что-то мне подсказывает, что код, по-моему, в этих часах. Ага. Так, 5, 8. 20 10, что ли? 17 10. Не о том, что почему-то транслируется обрезанный экран. Разве? Тут транслируется обрезанный экран. Так, ну-ка. Явно что-то не то. Слышится рыбки в пятнах крови. Так, ну может нам потом его открыть? На ютубе, на ЛГ нормально, но там часиком проблемы. Ну не знаю, не знаю. Я просто не вижу. Да откуда вы все взялись-то, а? Так.
Все, здесь ничего нету больше, что ли? Привет, Виталий Сурков. Доброго вечерочка. Так. Замок сломан. Так, ну нам нужно, короче, время поставить, как я понял. Потому что будильник, наверное, указывает. Так, стрелка часов показана на... На пятерку и на 7, что ли. Странно, как там показано, пол восьмого как будто. Так, ребят, сразу предупрежду, дам предупреждение, не подсказывайте больше ничего по этой игре, ни кодов, ни подсказок, чтобы не было недоразумений в чатике, а то у нас народ негодует. Больше не подсказывайте, ребята, прошу. Когда, если мне понадобится подсказочка, я дам вам знать, если я вдруг затуплю. Нет, нет-зомби подсказывать нельзя, так что больше как бы не подсказывать, товарищи. У нас тут уже просто был такой спам с подсказками жесткий. Но я старался, конечно, от него, как говорится, не смотреть в чат. Перед всего, проходил ее на нормале жесть, а птичек не хватало было, но прошел классная часть. Да, привет, Игорь, привет. Вот. Да, хорошая игрушка, я ее проходил тоже на нормале, на легком, на харде. Постоянно это все варьировало со сложностью, там сложность тоже можно менять. Да, игрушка отличная, многогранная, скажем так, можно много раз пройти. Так, ну тут что получается? 7 и 5. То длинная стрелка, это как бы минутная стрелка. Минутная стрелка, тут показано типа 25. Час почему-то показано пол восьмого. Значит, получается, если пол восьмого, соответственно, это 19. Ну, 7 часов, 19:00, 25. Вот так получается ведь. Вот. Получается так. Как бы тут, в принципе, все понятно. Это не трудная головоломка. Тупо просто время. Куда нажать? Нет, так нет, я не знал, типа, нет, да, ничего страшного, как бы это ничего такого, я в любом случае не посмотрел в чате в этот момент. Так, ну этот код походу не работает, или может быть наоборот 25:19 тоже не работает. Ну допустим 25, как уже было. Значит, неправильно. Значит, неправильно. Или я что-то делаю не так, или я, может быть, неправильное время посмотрел на будильники. А может быть, тут получается... Подождите, тут получается сколько? Ну, получается так ведь, 19:25 как бы. Тут типа сметел с нами, но это да. Исправить на легком и сохранить, потом начать. Но тебе дадут лазерный меч, попозже будет огнемет. Да, я знаю. Там дают огнемет и лазерный меч. Я пробовал этот лазерный меч. Ну, вот такое тоже неплохое вроде оружие. А вот огнемет тоже такое. Ну, тоже неплохое оружие. Помню так по памяти слегка. Но он там, по-моему, быстро заканчивается, если не ошибаюсь. Или как-то его надо правильно использовать. А может быть тут написано... Нет, все-таки 19:25. Не, не ворны, их пих... Ну, так как они очень медийные. А еще костюм Sailor Moon, а вот это я не видел. А вот это я не видел, костюм Sailor Moon. Она тащили с них. Ага, ну блин, ну
Что же тут за код-то получается? 19, 25, может быть 30? Чё-то не знаю, ребят, не хочет принимать код, походу, вообще. Совершенно. Супер сила хилер. Лунная призма, дай мне сил. Как говорится, на Sailor Moon. Я помню, по детству еще лет 20 назад его показывали, Sailor Moon. Вот они, может, тоже вспомнить. Костюмом можно поражать монстров лучами любви. О, даже так. Так, ладно, давайте забьем этот хренов будильник. Если нам понадобится, мы сюда вернемся. Явно тут что-то другое надо будет вести. Что-то я не знаю. Не хочет вводиться код. Давайте пойдем, наверное, в лифт. У нас же еще третий этаж. А, нет, нам нужно на первый этаж. У нас ведь еще есть жидкость, которую можно отмыть. Кое-что. Сейчас зайдем, знаете, куда? Да, вот туда, в лифт сейчас зайдем. Валяются медсестрички. Пусть, наверное, дадим ему очень мутную подсказку. Очень мутную подсказку, которая мне вообще, наверное, не поможет, но... Ну, пока оставим этот ящик. Пойду пока этот... Получу ключик. А ВК тебя нормально смотрит. ВК нормальная скорость, да? Ну, если ВК так, то будет круто. Если ВК норм. Так, ну что, получается, сейчас нужно пойти. Ага, вон я вижу. Я вижу дальние пути к отступлению. Так. Только в четвертую часть проходил, кстати, задумка очень классная, я тоже люблю четвертую. Да, я проходил четвертую часть, но я прошел, наверное, игру на 25, наверное, процентов. Проходил я немного. Хорошая часть, мне она понравилась, но я, как говорится, не смог ее пройти из-за бага русскоязычной версии, к сожалению. Еще на PlayStation. И так и не прошел в итоге. Так. Вот, отлично. Я использую жидкость для снятия и закручу лестницу. И скорость нормальная, и экран не обрезанный, но ГГ все-таки был бы привычный. Ну да, я знаю, ГГ просто сейчас что-то отключился. Там техработы происходят. Думаю, телефон буркает, надо будет его зарыдить. Так, ключ. Понять бы еще он от чего. Ключ от лестницы. Был прикреплен к стене больничной палате. На нем бирка с надписью «Лестница». О, отлично. Угу. Вон, я вижу эту лестницу. А мне вот интересно, лифт на третий этаж поднимется? А, чат ГГ. Ну да, вот чат ГГ, по-моему, не работает. Вечно у этого ГГ какие-то поломки. Господи, этот чат так ломается часто. Я не видел, наверное, еще ни один чат, который бы так ломался. Ну, точнее, не чат, а это как сайт. Все, использовали ключ. Ну что, давайте, наверное, поднимемся по лестнице. Там, блин, так яростынет, стонет. А, работает чат, это я его не вижу. Все, я понял. У меня, походу, какая-то хрень. Я понял, о чем ты говоришь. Ну, это такая фигня, я, короче говоря, как бы чатик-то работает, а я его просто не вижу на экране у себя в чатике. Все, я, короче, догнал. В чем суть? Меня догнал. Странно, почему тогда не видит? Ну, мне на чате его, может, не надо как-то его обновить.
Это что за колесо судьбы? Это обум для автомата. Это что-то. Что-то хорошее, это мне нравится. Обум от автомата. Газ для автомата. А, я в подвале, короче. Это инвалид на коляске, где человек, который пользовался ей. Он ушел. Ушел бегом из этой больницы. Ух ты, тут, блин, нехилая перестрелка была. Прям какая-то гангстерская мафия, походу, поработала. Видно сразу. Все стены прострелены. Я нашел автомат. Кровавый след ведет в лифт. С одной стороны, я хочу туда заглянуть, но с другой стороны, как-то страшновато. Всегда все в следах пуль, вот что же здесь пытались попасть. Что-то необъяснимое. А мне что-то часть нравится меньше остальных, ибо там Silent Hill, то толком нет, игра вообще про другое, еще эти раздражающие летающие зомби. Алкаши неубиваемые. Ну да, там некая другая немножко тематика уже была. Если в топ сегодня на глаза попалось интересное видео как раз почти про Silent Hill, да, и про что же там оно было. Это просто мусор, не думаю, что тут есть что-то важное. Давайте-ка мы посмотрим, что у нас за автомат. Так, я думаю, что это УЗИ будет. Автомат обойма на 32 патрона, эффективный из-за высокой скорострельности. Цена больше на Resident Evil похожа. А, блин, ссылка в чат не оставляется. Чертовы ссылки. Это просто мусор, не думаю, что тут есть что-то важное. Подозрительное пространство между полкой и стеной. Я не могу туда пролезть, я никак не могу сдвинуть эту полку. А, вот что-то есть. Что-то есть. Мне всегда было интересно, что же там в лифте. Я бы посмотрел, разработчики не дали такое мясо вокруг из пули, не дали посмотреть, кто там или что. Да, тебя бы сожрали, тебя бы сразу бы, и ты потом бы проклинал, наверное, разрабов, так что радуюсь, что там ничего такого не сделали, что могут тебя сажать. Так, а чем бы подвинуть-то? Подождите, а эти духи для чего они нам еще нужны? Вот тут какие-то заящие гады, которые с ног убивают, трудно убить, на такими неубиваемыми. Да, они попадались уже, мы их катаны тут рубали по полной. Кого-то тащили, нет, похоже, что он начинает с той стены. Полоска крови, как будто здесь кого-то потащили. Понятно. Короче, тут ничего нет, просто так для вида. Типа тут кого-то мочили, тащили, глушили. Экипируй духи. А, их можно экипировать даже. Интересно. Сейчас буду всех душить своим парфюмом. Или приманивать буду. А, они привлекают врагов. Ты знаешь этот... Как у тебя назвать, даже не знаю. Знаешь, этот творит, а? Хитрая булка. Вот хитрая булка, а? Я даже не знал, что они привлекают врагов. Вот хитрая булка. Ты мне хотел усложнить жизнь, да? Ах ты ж... Ты подожди, мое возмездие тебя еще накроет. Подожди, Булкин, я тебе еще припомню, вот какой ты, оказывается. Жестокий-то, а? Не жарился над стримером. Ну,
все, все, я запомню. В следующий раз тебе закажу хардкорную игру, в которой ты будешь страдать и просить о том, чтобы я сменил заказ. Вот, уже какие-то звуки пошли. Это уже говорит о том, что я говорю серьезно. Ой-ой-ой-ой-ой, обломали букву, обломали. Не дали понасладиться, как стримером мучаю тут. Подождите, эта дверь что, куда вообще идет? А, ну все правильно. Хотя знаете, что мы сейчас сделаем? Хотя бы посмотрим. Да, будет страдать Булка. Я ему закажу такую игру, что он там в жизни не пройдет. Так вот, найти бы такую игру еще. Так, здесь куда-то тупик. О, это крыша. Читера катана? Да, конечно, блин. Читера катана. Там ты, блин, читера катана, блин. Одной катаны, на одной катане далеко не уедешь. Так, ладно, здесь надо вот этих, наверное, заварить я не буду. Ну, посмотрим, что там за карта Тара. Я уже даже не помню, что за головки были. Блин, я вообще все забыл. О, магазин нашел. Круть. Видите, какой хитренький. И магазины нашел, и патроны не потратил. В плюсе остался. Вообще красава. Так. Карты Таро. Что же там за карты Таро? Прям заинтриговали. Нет, не экипирую. Что, еще одна, что ли, хрень? Да ладно тебе. Только не опять. Не опять, опять, опять эта дрянь, ну что тебе, что-то тебя. Так, ладно. Нет, я не хочу теперь рвать. На стене записка. Наказание за грубость по отношению к пациенту. 12 часов это заключение в комнате особого лечения. Политика сокращения больше не действительна. Если есть какие-то вопросы, обратитесь к шефу. Здесь что-то написано от руки под напечатанным предложением. Суть в том, чтобы не оставить никаких следов. Есть еще кое-что, похоже на то, что это было написано разными людьми. Шеф-извращенец. Для Кристи было бы лучше, если бы ее уволили. Очень полезная информация. Шеф, ты подонок, негодяй, сволочь, ублюдок, мать твою, как ты смел издеваться над ней. Ублюдок, козлина, сволочь. Подонок, негодяй, я беру твою задницу, подожди, я вернусь за тобой. Так, дверь закрыта, мать ее, открыта дверь. О, подождите, я, кажется, это помню место. Господи, я ведь помню это место. Такая сейчас будет хрень. А вдруг, так. А вдруг ей тебя троллит, а меня терроризует писать, чтобы ты на их разработчики же не просто так дали. Да, конечно, да, конечно. Так. Ну только не банчим на хаме у шефа. Добро пожаловать в особый день дурдома. Ага. Свободно спадают твои черные волосы, как темная ночь, распространяют аромат. Мое сердце бьется в груди, как шторм, отпишутышь. Твой сверкающий взгляд, как праздник, когда ты улыбаешься. Я сбит с толку, мое дыхание, как опиум. Это приводит меня в состояние сумасшествия. Эрик великий поэт, он передает мои чувства. Как точно, я не должен позволять этому месту влиять на меня. Должен сходить с ума на удивительные наслаждения, утонуть в любви. Но почему ты не принимаешь доказательств моей любви? Почему? И ты, как и я, одно целое, мы едины, ты и я. Стэнли Коман. Ублюдок, мать твою. Что-то поэт. Он еще и поэт, оказывается. Смотрите, какой. Какой, блин, поэтюга. Они муж сразу подхватил тему. Да, они киборги все, они муж, они верят, они люди. Это все киборги, они все заполонили здесь, эти сволочи, подонки. Вот еще один киборг. Сейчас мы его заполоним полностью своей катаной. Козлину эту получай, мать твою. Я беру тебе задницу, на меня решила лезть, мать твою, я беру тебе задницу, жопу порву, козлина. Ай, духи как кольцо бедствия, японцы вообще экстравагантные люди. Японцы, я бы сказал, вообще какой-то неописуемый вид человека, который, я не знаю, трудно понимаемые люди.
со своими прибудами. Короче, какая-то хрень тут была. Да, везде сволочи, подонки. Так, ну что, у нас получается еще есть комнаты. Хера комнат просто. Там черт ногу сломит здесь. Так, еще у нас тут... А, сохранялочка. Ну, естественно, мы сохранимся. Давно, кстати, уже не сохранялись. Стоих окружает купой годины. Ну все, ничего, мы их покараем тебе годину. Батарею к шокеру. Обезболивающее, обезболивающее. Это хера просто обезболивающее. Еще книжка, господи, еще поэма. Нет, он не скажет, Илюха, можешь не умолять его. Хиза, моя любимая, я всегда слежу за тобой. Не важно, где ты и что ты делаешь. Никогда не потеряю тебя из виду. Я знаю, ты чувствуешь ужасное одиночество. С единственным ключом к этой двери. Эти чувства не могут больше ждать. Мы не виделись так давно. Будь терпеливы еще немножко. Я потерплю тоже, несмотря ни на что. Я жажду сжимать тебя в своих крепких объятиях. Крюсь за полками под землей. Почему там? Спроси у этого глупого доктора. Здесь нет ни одного нормального человека. Не только в больнице. Я имею в виду всех, кто находится в Silent Hill. Кроме меня. Стэнли Коумена. Это чертов извращенец. Все переманивает Хизер своими рассказами. Тут неплохой ассортимент, но нет ничего нужного мне. А это духи. Да я знаю, что этот Букин подговорил вас всех. Он киборг, он вас всех уже перепрограммировал, я не верю вам. Все киборги. Ничего кроме чистики не требуется этому ящику. Так. Неплохо стремит, ничего не нужно. Ладно, хорошо, так и быть, экипирую эти чертовы духи. Сейчас посмотрим, что они дадут. Буду парфюмом вонять тут. Неплохо стремит, ничего не нужно не мне. Коумен, я надушилась, какая мне мой сладенький. Так, где ты мой сладкий? Сейчас тебя найду. Лифт работает, отлично. Мы пока не должны в лифт заходить. А то Коумен появится, прижмет нас тут в лифте. Так. Чертова камера, как же она любит поворачиваться неудобно. Какой-то мусор. Короче, надо ту дверь открыть. Понятно. Но как я понял, там код нужен. Еще тоже нужна цифра 12. А, блин, откуда, интересно, код узнаю теперь? Подсказок вроде таких не было тут. Так, подождите, там, наверное, где-то была подсказка в той записи, наверное. Да, сто пудов была, наверное. Я подошли к 12 часов на ключе, конец увлечения. Так, 12, пойдите к скачению 8-10, какие-то вопросы, Двенадцать один. Одна открытая комната. Ага, 12, 13, что ли? Да, 12, 13, походу. Тогда 12, 3, 1.
Да ладно, да как так-то? Не может быть такого. Тогда, наверное... Да нет. Да. Интересно, чего вообще эти духи? Монстр может запарфюмить. И босса. Как напрямую общаться с человеком. Вот я не знаю, ни разу не пробовал, честно сказать. Наверное, Буба знает, я так думаю. Это вроде чат сидит часто. Так, а допустим 13-12. Блин, ну пожалуйста, еще один код. Где же мне его найти, этот код? У нас еще, кстати, целый чемоданчик есть, там остался. Чемоданчик. Чемоданчик ты мой родной. Чемоданчик. Так, чемоданчик, блин. Поехали, что ли? Вот эти шивые бабы тут вылезают. Ну, она стонет, сейчас я всех порешаю. Идем дальше, 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 дальше. Стоп, секунду, а здесь можно что-то еще нужно достать? Кажется, больше ничего не осталось, что можно использовать. Да ладно, целая, блин, целая стена вещей. Я что, не на тот этаж, что ли, приперся? Ты, блин, на второй нам нужно было, оказывается. Если в кружке галочка, значит там все сделано. А у тебя есть задержка на стриме? У меня задержка, я не знаю, я не могу это проверить. Но у меня бывает, по-моему, задержка, да, где-то... А, я помню, да, есть у меня задержка на стриме. На Good Game бывает задержка где-то в секунд 5 примерно. Так что бывает, бывает. У меня есть задержка. Ну, это нормально, как бы. Но на Твиче, на Ютубе меньше задержки бывает всегда. На те же 5-10 секунд. Так, надо подумать, как этот кейс открыть. Чемоданчик закрыт. Почему-то показывает ржавая стрелка на 6 вообще. Значит, эта стрелка на 6 была, а не на 7. Значит, получается у нас 18-25. 18-25, ребята. 18. Да, блин, да ладно, не так что ли, опять? Ну, почему не можешь проверить? У тебя же открытая игра и открытая страничка ВК, есть задержка.
ВК, ну это я не смогу проверить, потому что я сейчас выйду из игры, у меня игра закроется полностью. И в общем неудобно это будет проверить мне на самом деле. Так, ну я могу сделать так, в принципе. Попробовать сохраниться просто. Здесь же можно сохраняться где хочешь. Так, сейчас проверю тогда. Нет, я походу так не смогу выйти. Скажи, зачем ставить будильник, чтобы разбудил? Да, у меня ОБС. Зачем ставить будильник, чтобы проснуться, чтобы его отключить? А может быть... Примерно начало следующего стрима. Ну, где-то к 7 часам. Вот так, к 7 часам. У нас будет. Может даже чуть пораньше, где-то там 18:50, вот так. В общем, 18:50 где-то. 18:50. Так, подождите-ка. Теперь. Блин, может быть 18. Может быть 19:30 вообще показано. Блин, так как не так-то? Знаешь, если я пишу, у тебя появляется только секунд через 20. А, ну значит на ВК вообще задержка дикая. Понятно. Киборг не имеет счет времени. Киборг, он автоматизирован, он не имеет ни жизни, ни времени, ничего он не имеет. Если стоит, ну вот стример не сервер, а сервер пизер. Ну да, это как бы просто уже поток идет и все. Там уже до кого как доходит, до какой платформы. Это уже, блин, темняк полнейший наступил. Почти полнейший. Привет, сэр. Дикая задержка, это... минуты. Так, ну что тут может быть? Ну да, еще обработка на сервере, пока это сюда идет, в общем, долго. Так, загадка, ну ты просыпаешь, чтобы отключить будильник, развивай мысли. Так, ну вот я типа проснулся, отключил будильник, смотрю на часах, типа, сколько там, ну 7:30, да, почти. Ну и типа этот, тут, короче говоря, получается у нас... И... А, подождите, так это утро же, что ли, получается? Так, значит, тут идет... 08:25, что ли? 08:25, значит, не один. Да, я долго об этом гадал бы. Да, нет. Кстати, прохрень, подойдите к людям. И, короче, 5 минут спишь дальше. Да, такой тоже бывает. Может быть 6 тут. Опа! Да, тут 6, там гнилая стрелка была видна. Видите? Вот. Здесь на 6 указано.
Вон, видно даже гнилой очерк от стрелки часовой. Нет, нет, не 8. Ясно, куда он так электронные часы. У нас, кстати, был такой будильник часто. Когда я в школу вставал, помню. Был точно почти такой будильник, зелененький. Ох, он шумел. Это была жесть. Так, я сделал камеру. Да, Буба, видишь, я могу. Если захочу. Больше ничего нет интересного здесь. Тому и пароль 0745. Это секундная стрелка киборги. Не имея концепции часов. Причем тут гнилая стрелка, а она указывала, Сэр, смотри, она же как бы указывает типа на 7. Ну, видишь, толстая стрелка на 7/8. Ну, типа 7. А показывает-то вон гнилой очерк на 6. И получилось 06 утра, 25 минут. Вот тебе и ответ. Это вообще трагедия. Так, ну все, погнали, нам, не знаю, дали какую-то камеру, кому будем еще фоткать. Так, джойстик опять обезумел от радости. Так, где у нас тут? В отличие от обычных камер, можно увидеть снимок мгновения ока. Мне кажется, догадываюсь, что можно их фоткать. Ну, теперь там нам надо... А, подождите, снимка мы теперь, наверное, те комнаты осмотрим, получим код. Так ведь? Так ведь, наверное. Почетный залупок. Да, что с ним? Тот еще. Так. Угу. Все на третий этаж. Кстати, почему персональный самолик есть только с депутатом, а не с киборгом? А скоро будет. Я уже понял, что киборг тоже довольно популярный самолик у нас уже будет. И скоро я его нарисую, добавлю. Ну, надо придумать будет. Вообще, как, какого вы хотите видеть киборга? В каком обличии? Обличие рыбки? Киборг, рыбка, я не знаю, там, или просто... Или просто рыба с глазом киборга. Даже нет. Надо сделать селфи фотоаппаратом. С монстром, что ли, селфи сделать? Селфи, по-моему, надо в комнате сделать, если я не ошибаюсь. Сейчас глянем. Ах ты ж зараза. Только слишком отца пописал моим прошлым, как всегда в виде рассказа. Так, это потом прочитаем. С катаной. Угу, с катаной. Снимок, а где? Подождите, а снимок это не там, где вот этот отпечаток крови был на нулевом этаже? Что-то мне подскажет, что там и спрятан код, написанный кровью. Я вот прям чувствую, что так и должно быть там. Киборг Солпока. Кстати, да, надо будет куда киборг Солпока. Ну, вы, короче, в группе ВК пишите, там раздел темы есть, по-моему. Я создам раздел в группе ВК. Буба, вот, кстати, тебе задание. Сделай в группе ВК раздел, где заказы, там, ну, что ниже вот эти бывают. Сделай раздел смайлики. И там напишите, какие вы хотите видеть смайлики. Чей образ, как говорится, больше наберет лайков, там, кто согласен с данной мыслью какого-то человека. Такой образ и сделаем, как говорится, с Майо. Там... Не, ну, что-то такое надумал. Да не, а если так? Или нет? Почему кровью? Почему всегда кровью? Почему не славом или карамелью? Слав, тебе лишь бы пожрать. Тебя уже Буба заразил, по-моему, этим. Нажимайся, чертов лифт. Опять не едет, надо лифтера вызвать. Так. Образ рыбка в лабиринте. Блин, что же я упускаю-то? Ну, фотоаппарат я получил, окей.
Что же я еще упускаю? Черт возьми. Так, давайте пойдем по лестнице, быстрее будет. А может быть надо вот здесь фоткать? В темноте? Подожди. А нет, нет, точно не так. Да тут что-то точно есть, блин. Я же говорю, я же знал, господи, изи, ребята, мозги они варят, я хоть не силен в математике, но в логике я очень даже силен. Два, один, семь, восемь, все, будет. Там были числа на стене, 2, 1, 7, 8, что это было? Чертовы числа. Да, киборг в темноте видит. Ночное зрение у киборга есть. После фронт мишена киборг апгрейд получил. Так, ну в общем сейчас что, наверх получается. Наверх мы ползем, наверх. Так, теперь. Два, один, семь, восемь. Все, панель, держись. Сейчас тебя буду вводить. Два, один, семь, восемь. Мать твою, получай. Все, открыто. Так, и что у нас тут? До хера палат, конечно же. Ткань, будильник, часы сломаны, но с другой стороны в этом ничего необычного. Это жена, просто какой-то глянцевый журнал. Обучение отчаяния. Дом надежд. Дом надежд. Сиротский приют на окраине Сайлент-Хилла, но это просто прикрытие. На самом деле это место, куда привозят украденных детей и промывают им мозги. Домом надежд управляет общество поддержки радости Сайлент-Хилла, сокращено 4S. Считается, что 4S – уважаемая организация, которая заботится о бедных бездомных детях, воспитывая их надежды. Но на самом деле это языческая организация, которая учит своей извращенности добрым вместо добрых религиозных ценностей. Мистер Смит, фамилия изменена, который живет около Дома надежд, сказал: «Иногда ночью я слышу их таинственные молитвы и детский плач. Я ходил туда жаловаться, но меня выгнали, с тех пор ничего не изменилось». Кроме того, мне было отказано в доступе, когда я собирался делать фотографии. Что же именно люди из Дома надежды скрывают? Киборг после фронт мишена стал относительно сильным и независимым. Уа! Сильным, независимым, просто несокрушимым. Даже камера Марии. Во время моего расследования я смог обнаружить подозрительную круглую цементную башню, которая оказалась частью Дома надежды. К сожалению, никто не захотел сказать мне, для чего ее использовать, но не похоже, чтобы у нее было что-то общее с делом воспитания сирот. Возможно, это тюрьма или тайное место проведения ритуалов. Религиозный культ, который опекает Дом Надежды, известен среди местных как Орден. Эта религия тесно связана с историей Сайлент-Хилла, но вера ее равновесных последователей в то, что они являются избранными, имеет темную и опасную сторону. Я намерен продолжать мои... расследование в Доме надежд и о культуре, которую скрывает за ним. Я всегда говорю, что говорить чистую правду и указывать детям верный путь – наша самая важная обязанность. Джозеф Шрайбер. Дом надежд. Кажется, я слышал это название раньше. Это из четвертой части?
Не знаю, я в четвертую часть чуть-чуть играл, даже там не видел ничего такого. Привет, смотрели игруха Аспект. Привет, Джим. Да, игруха вообще класс, на самом деле. Моя любимая часть, в принципе. Одна из любимых частей Silent Hill. Хотя, по-моему, мне все начинается часть Silent Hill. Ну, каждая по-своему, хоть я не все еще играл, конечно, так видел кусочками. Хотя некоторые вообще даже глаза не видел, как вторую, например, часть или еще какая-то была версия. Пятый, по-моему, Silent Hill еще. Так, и что у нас тут? До свидания, Хиза, прости, но я не могу ответить на твою любовь. Все кончено, Леонард презирает меня, потому что я играл с ним, говорят, что все придет к этому. Если бы не его вмешательство, я бы смог встретить тебя через мгновение, и тогда я бы впустил тебя в свой мир. Мир только для нас, более прекрасный, чем этот. И я ждал этого дня, с сегодня, что вот дня, дня, когда я увижу тебя, дня, когда ты спасешь меня, этот день сегодня. Хизер, просматривай за ним, Леонард, необычный парень. Прощай, я тебя люблю. Хизер, моя богиня. Хизер, моя любимая. Хизер, моя. Только моя. Ты, женщина моей мечты. Так, ладно. Прочитали эту поэму. Поэму Хизер. Теперь надо еще дальше комнату осматривать. Так, я не понял, вы откуда тут все взялись? В неположенном месте. Ух ты, меня что, стреляют, что ли? Так. У меня броник надет, в принципе, так что все нормально. Если они так дышат, как будто, я не знаю, там у кого-то отдышка конкретная. Ох, вас тут... Вальтиль придет. Духи снять? Ну давайте снимем, наверное. Лабуди, лабудай. Угу. Норм. Нет, я трубку поднимать не буду. Я это место помню, там потом начнется жопа. Что-то было, по-моему. Поднимем трубецки. Hello? Да? Claudia. Claudia. No, нет, don't я... Не лги мне, Клаудия. Ты всегда пытаешься убежать от своих обязанностей. Ты мешай извиниться. Или, может, ты до сих пор не понимаешь, как глупа ты была. Это спасение всего человечества. Ах, какая смешная мечта. Стой, послушай меня, всего секунду. Я тебя уже наслушался. Как ты свернула на этот путь? Где я ошибся? Слушай меня. Я не Клаудия.
Пенни Клаудия. Меня зовут Хизер. Хизер. Who are you? Да кто ты такой вообще? Леонард Вольф. Леонард Вольф. Прости, я думал, что ты моя дочь. Клаудия твоя дочь? О, так ты знаешь ее, да? Ты одна из ее слуг? Нет, никогда. Когда я найду ее, я чувствую ненависть. Что? За твоими словами гнев. Ты хочешь убить ее, не так ли? Извини. Но она убила моего отца. She killed my father. Она глупа, но все-таки она моя дочь. Я собираюсь спросить ее, если она изменит поведение. Но вижу, что уже слишком поздно. Хейзер, ты поможешь мне? Помочь тебе? Я не могу найти выход. Я должен остановить Клаудию. Где ты сейчас? Я сам не знаю, но дверь находится в конце коридора, на втором этаже. Думаю, я смогу помочь тебе. У меня есть печать, пожалуйста. Печать? Что за печать? Только тут ума лучше не шути. Пошел секрет, пока его смотрю. Конец коридора на втором этаже. Не проходите игру до конца без меня. Давай, зомби, беги, беги. Мы уже, в принципе, сейчас будем заканчивать. Но ты, если успеешь... Если успеешь, если... То, может, ты успеешь. Нет ничего интересного на кровати и вокруг нее. Я вся постель воняет, как будто ее и 100 лет. Так, что в итоге тут? Я все еще должен найти Леонардо. Я должен найти дверь в конце коридора на втором этаже. Дверь в конце коридора на втором этаже. Ну погнали, что ли? Чать Метатрона. Это зомби, ты беги, беги, а то мы сейчас скоро закончим. Или ты все-таки досидишься с нами? Мы сейчас дойдем на это, до этой печати, скорее всего, и, наверное, закончим уже. Но мы еще не совсем закончим, как сказать. У нас еще будет сразу же стрим через потом 5 минут по другой игре. Heart of Darkness на PlayStation 1. Так что, в принципе, будет тоже весело, уж поверь. Игра стоящая. Так, второй этаж, окей, я попер. Босс будет? О, ну вообще крутяк. Если босс будет, вообще супер. Босс наше все. Так, боссик, я к тебе иду. На второй этаж, конец коридора. А, ну давайте до босса уже дойдем тогда, закончим на боссе. Ну, с ним сразимся, естественно. Как полагается, закончим часть главы, наверное. Второй этаж. Опять эти тяжело дышащие астматические медсестры. Походу много курили на работе. Так, в конце коридора он сказал, да? Тогда не прощаюсь и проверь, когда другую игру с ними пойдешь, работает ли изображение чата с ГГ. Да, я проверю обязательно, посмотрю, что там такое вообще. Что там происходит, проверить надо будет. Так, он сказал в конце коридора. Второй этаж. Тут ничего нету вроде. О, а тут дверь появилась откуда-то. Пец.
Так. Момент. А, тут уже кто-то появился. Сохранится. Так, ну я пошел. Какие-то странные коридоры пошли. Никак ты по месте. Это лабиринт, что ли? Отважно пользоваться таким сейчас Бубок тебя запозорит читерством сейвом. А типа это я понял. Да нет, какое читерство, это же ПК версия, тут как бы все доступно, разумно. Нет. А, вот. Вспомнил это место. Все, мы правильно идем. Этот символ у меня не болит голова, когда я смотрю на него. Я все же знаю, где это должно быть. И очень необычно высокая температура. Глаза не открываются. Проверить пульс. Едва дышит. Почему? Что удержит грудь ребенка живым? Какого черта? Что я обредила? Нет, это больше похоже на просмотр видео в темной комнате. Ну, там медсестра, я знаю ее. Лиза, она относилась ко мне как ангел в той адской больнице. Она была немного загадочна, хотя... Куда я попал? Какую-то проржавевшую локацию. И это что еще за хрень? Что он там крутит? Клапан, что ли? Давай, крути. Работай. Это что за проржавевшая локация? Ёперный театр. Да не говорите то, что теперь надо еще тут проходить. Смотри, это Вальтель, ангел демон времени и увлечения штук. Он тебя защищает. А, вот он что. Что за хрень? Что-то мне не хочется это проверять, я бы не хотел касаться этого. На полу лежит что-то похожее на кусок мяса. Копчененько. Так, что тут еще есть? Куда я попал вообще? Ой, блин, опять попал лучший тренер. Так, ну, кстати, лифт есть. Так, мы на каком этаже? Мы на третьем, он сказал, на второй этаж. Может, нам вообще надо на второй этаж съездить и тоже в конец коридора прибыть? Вот у меня прям такое ощущение. Еще вон сколько этажей есть. Thank you.
Ты что, так, замок сломан, все ясно. Труба звонит. Звонит мне этот шкафчик. Так быстро надо не добраться. Все понятно. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения тебя. Ой, я забыл твое имя. Who are you? Ты кто? О, хорошо, спасибо. С днем рождения, дорогая ты кто? С днем рождения тебя. С 31-м летием. Is this Leonard? Это Леонард? Это имя убийцы, а не мое. Я также не твой возлюбленный Стэнли. Он сейчас под землей, его новое имя номер 7. Ну не беспокойся об этом, настало время отметить твой день рождения. А кто-то ввел в заблуждение, сегодня не мой. Я не ошибаюсь, сегодня твой 24-й день рождения. И у меня из-за тебя подарок. Что ты хочешь? Сделать больно или почувствовать боль? Ты получишь то, что больше всего ненавидишь. Днем рождения тебе. Но ты не прав. Это не мой день рождения. Хизер, тебя это должно вообще меньше всего волновать, блин. Что звонит какой-то идиот на непонятный таксофон, который нахрен не прилеплен никакой линии в этом каком-то забудшем непонятном месте. Как бы. Здесь ничего нет особенного. О, Руфус, перевод. Кто же так звонил? Ну да, телефон не подключен. Ну как он тогда работает? Глянца, приперлась, по-моему, вообще. Пакетик какой-то нашел. А, это хам не представляет ценности. Стоит осмотреть все, что лежит здесь. Что ты такое? Ты вообще кто? В ящике находится что-то странное. Думаю, я безопасен, но не стоит слишком близко. Вообще, чем дальше я смотрю на нее, тем жалостнее себя чувствую. Но он похож на ребенка, которого заперли, у которого нет возможности убежать. Здесь корзина для бумаг, внутри только мусор. Короче, какая-то хрень. На стене висит кровавый белый халат. Это что это значит? Да, блин, начинается. Так. Так, что, двери нет, что ли? Вот, блин. Тупик, тупик. Тупик у нас тут. Черт. Да
Да, блин, хватит меня валить-то на землю. Чё-то падал. Так, ну здесь получается забаррикадировано все, да? Здесь как бы вообще ничего нет. Второй этаж у нас отсекается. Первый, допустим. А, мы на первом только этот. Ну, давайте третий досмотрим. Так, сейчас мы вот этот срезок осмотрим. Прибьет он, сволочь. Сейчас испытаем Илюшку. Да ёлки-палки, что у нас всех, а? Я что, в стенку стреляю, что ли? Что за кривой прицел, блин? А ну-ка я лучше катану обратно. А бегка подальше. Сейчас можно закончить. Одну минутку. Буквально одну минуту. Какой же ты назойливый-то враг, а? Да, блин, он запарил, а? Ай, бесячие враги на самом деле. Сдохни ты уже наконец, кусок ты... О, теперь он тут растекается. У всего одинаково, только наденешь его таким костюм с противогазом, как сразу. Ух, какой писячий враг, и вообще не всех похоже. Ну да, есть такие тоже. Так, я не помню, что за хрень? Что она теперь тут расползается, что ли? Я не знаю, я не могу даже сдвинуть ее. Какого хрена? Что, меня сейчас убьют, что ли? А ну-ка, если духи, допустим, ты меня... А куда бежать-то уже все? Уже, по-моему, все. Может, духи для этого близко? Ах ты ж зараза, круче черта. Твою медь-то, а?
А, вон, я вижу, что там происходит. Привет, персонал. За гражданский, походу, точно завод производства кетчуповой изделий. Если сидеть в комнате долго, ты умрешь. А, вот он еще. Да, все, короче. Это типа такая ловушка, да? И духи тут уже не помогут, да? Нет. А духи мне помогли. Духи мне помогли, вроде помогли. Или нет? Все, вроде вылез. Все, я вроде успел. Так. Это странная комната была, что она там олицетворяла. Остался бы еще в комнате. Да тебе лишь бы, блин, уж помучить меня. Во, открыто. Да, интересно, вон ютубчик есть, можешь глянуть в ютубчике. Там тебе в ютубчике все будет показано. Так. Еще вон какая-то комната. О, открыто. Какой-то бульбуль тут у нас. То, как свет мертвое тело. Кровь утекает из трупа почти полностью, заполнив ведро, стоящее внизу. Кто бы мог сделать такой, зачем? Кажется, что из тела выпустить всю кровь. Пакетик. Вполне обычный прозрачный пластиковый пакетик. Я скажу мусорному ведро. О. Перелику код кровь пакетик. Наверное, надо где-то отманить будет. Только с этим это тело. Я перелил кровь на один операционный этот пакет. У меня нет особого желания пустить таскать его с собой. Естественно. Еще комната. Здесь сохранял. Чья-то клешня. Рука за окном. Чья-то интересная рука. Вот сейчас, кстати, здесь можно будет сохраниться. Хотя тут можно везде сохраняться, так что не обязательно прям здесь. Сейчас мы досмотрим вот эти комнатки и уже, наверное, сохранимся. Так, дальше. Так, ну получается что? Получается остается лифт на первый этаж, да? Да, лифт на первый этаж. Давайте мы здесь сохранимся. Вот и замечательно. Так, что у нас вообще имеется при себе? При себе у нас имеется записная книжка отца. Давайте почитаем записную книжку напоследок. Simply works. B5C, 40 seats, parts. Two cores. Что мой дядь? Что-то. Надеюсь, это никогда не пригодится. Может, лучше этого никогда не знать. Больше, чем чего-либо, я боюсь, что ты уйдешь от меня. Но иногда нужно говорить правду. Поэтому я пишу, что это до того, как я буду потерян в смерти и забвении. Что я хочу сказать? Это связано с тем, кто ты есть на самом деле. Все началось 24 года назад. Возвращаясь из отпуска, мы с женой нашли ребенка на обочине шоссе. Мы были бездетными, поэтому мы благодарили Бога за встречу с этим ребенком. Эта девочка, мы взяли ее домой. 3 года спустя моя жена умерла, и через 4 года, 17 лет назад, я поехал в Сайлент Хилл. Я слышу, как просила девочка
и взял ее с собой, не зная, почему она хотела, чтобы мы поехали туда. И именно там случилось так, что девочка ушла, не то, чтобы она куда-нибудь ушла или умерла. Возвратилась своему естественному, так сказать, далее к Гелеске. Естеству. То естество, молодая девушка, сожженная своей матерью в качестве жертвы Богу Ареса Гелеспи. Половина ее души покинула ее в тот пламень и продолжила жизнь ребенка, моей девочки, нашей. 7 лет прошло с того, как эта девочка вернулась в Сайлент-Хилл и сделала Олесу единым, целым опять. С новыми силами она поклялась убить Бога. Бог под последний в чрево этой девушки был вызван обрядом. Убить его такого было желание Олесы, и неважно даже то, что ее жизнь была ставкой. Но это желание не было вознаграждено. Мое вмешательство означало, что она молилась о возвращении девочки, только я мог вернуть ее. Далее я провел обряд, я только помог на церемонии рождения, чтобы вынуть Бога из-за леса. Но рожденный Бог вскрикнул и умер, все от сознательного сопротивления девочки и, возможно, Олесы. Но это еще не все. После того, как Бог исчез в луче света, Олеса переродилась и подарила мне ребенка. Она была похожа на ту девочку много лет назад. И затем Олеса ушла, умерла, я ничего не смог сделать, чтобы ей помочь. Я просто прижал ребенка, к груди убежал. Это выглядит как сон, но у меня есть доказательства, что это не сон. Девочку больше не нашли, а у меня на руках был ребенок. Прошло уже 17 лет, а кажется, все было только вчера, и опять все так же, как миллионы лет назад. Теперь я признаюсь, у меня были вопросы по поводу воспитания этого ребенка, но мог ли я любить ее? Ее существование было полностью необъяснимо. Я думаю, она могла быть той молодой девушкой, которая лишила меня моей любимой дочери. Это приводило к печали, гневу. Бинами я клал свои руки на ее тонкую шею. Несколько раз я даже пытался бросить ее, вот каким ужасным человеком я порой был. Но я решил, что бы то ни стало, вырастить ее, как кажется, я просто не мог позволить ей уйти. Когда ты смотришь на меня, ты смеешься так. Даже сейчас я не могу забыть про эту девушку, но я люблю тебя, у меня нет никаких сомнений в этом. Все, о чем я тебя прошу, это поверить мне, моей драгоценной дочери Гарри Мейсон. Вот такое вот откровение от Гарри Мейсона после первой части. Так, ну что ж, сохраняемся тогда еще раз. Все, отлично. В общем, ребятки, не прощаемся. Через минут 5-10 у нас будет Heart of Darkness. Так что не разбегаемся. Всем до скорой встречи. Пока что поставлю саундтрек, чтобы вам не было скучно.